В бескрайней пустоте Вселенной мы обнаружили великое культурное многообразие. И когда происходит первый контакт, космос становится живым организмом. А мы становимся методом самопознания Вселенной. Отличная речь. Спасибо. Я сплагиатил ее из 9 источников. Я получил сигнал бедствия. Проверь записи на предмет прошлых контактов с этой звездной системой. Никаких, командир. О, детка, мы на это и подписывались. Экипаж, говорит капитан. Начать подготовку всей станции к первому контакту. Щиты разряжены. Быстро уводи нас отсюда. Капитан, поверить не могу. Лейтенант, еще немного. Да, сэр, понижаю уровень. Ну что ж, поехали. Ну, охренеть. Только посмотрите. Мы вернемся, даю слово. Бортус, я подумала, может, устроим вечеринку? Это приказ? Нет. В таком случае я не хочу вечеринку. Почему? Предпочитаю праздновать день рождения в одиночку. Он боится, что все нажрутся. Я не боюсь. Гордон, возьми шаттл и найди капитана. Да, командир. Не делай этого. Вперед! Мы не ваши пленники. У нас есть 24 часа. Все, чего я хотела, это чтобы ты мной гордился. Бум! Я способен причинить вам страшную боль, капитан. Распад планеты ускоряется. Надеюсь, сработает. Сработает. Думаю, что сработает. Передай своим людям. Миленько. От лица Планетарного Союза добро пожаловать в галактику. Орвилл. Второй сезон. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.